Объем отгруженной продукции легкой промышленности Башкортостана за первое полугодие 2019 года составил 4,7 миллиардов рублей. Это на 10,2% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Данные были озвучены на заседании инвестиционного часа. Ради Хабиров встретился с руководителями предприятий легкой промышленности и обсудил меры поддержки отрасли. Прогнозы на ближайшую перспективу носят негативный характер. Дальнейшему развитию препятствует ряд сложностей. Это низкая заработная плата в отрасли около 18 тысяч рублей, технологическая отсталость производства и дефицит квалифицированных специалистов, высокая конкуренция на рынке из-за импорта, в том числе нелегального. Любой здравомыслящий человек, рассуждая так, зачем нам все отдавать Китаю? Зачем нам все отдавать Китаю? Да, торгово-таможенная ситуация, может быть, для нас не самая в этой связи лучше работает, и просто китайские товары заполонили. А вы конкуренции не выигрываете. И здесь можно как себя вести? Можно лапки свесить и думать, давайте вот нас победили, соответственно, в легкой промышленности. А можно по-другому перестроиться и какими-то нашими даже действиями республики, правительства попытаться дать новый стимул развития, поддержать те предприятия, какие есть, может быть, дать точку роста, точку роста новым предприятиям. В частности, было предложено смягчить условия участия в региональной программе Фонда развития промышленности Башкортостана по обновлению оборудования. В РИО главы Башкортостана отметил, что для перелома сложившихся негативных тенденций необходимо сформировать систему поддержки легкой промышленности. Предложенные меры – лишь начало большой комплексной работы.